Привет, пап. Ничего себе! Это нам подарки, да? Это сейчас мы откроем, подарки. Да? А мы сейчас их будем открывать, да? Нет, если честно, я вообще не знаю, что там. Пап, ну мы же сейчас это все откроем. Смотрите, это же подарки от родственников, поэтому они сказали, чтобы растянуть удовольствие сразу на 3 дня. А что вот это за номера? Ну номера, это значит Артур в 3-й день открывает, 3 дня подряд. Поэтому давайте разложим так, третий сюда давай. Давид и Артур, это... Вот это потом первый. Этот завтра открываем. Потом здесь написано второй. Послезавтра, да? А что в подарках? Ну, никто не знает. Я тоже не знаю, поэтому очень интересно нам будет. Ну что, уже скоро спадки, давайте ложимся. Ну, а ладно. Завтра утром откроем подарки номер 1. Хорошо? Хорошо. Да. Почему бы не распаковать все подарки сразу? Ждать вот это 3 дня? Пойду посмотрю, что там у нас. Так, это мой подарок. Что же это может быть? Пенал или шоколадка? А у Давида что-то такое серьезное, большущее. Нет, это как-то нечестно. Давид такой маленький, а у него такой огроменный подарок. Я сейчас эти наклейки поменяю. Так вот, теперь будет правильно. Завтра открою. Все, идем уже. Так, ну надо, вид, это твой. Вон, номер 1, обязательно эти. Для первого дня. Ух ты, Артур, ну давай посмотрим. Так, сейчас у меня большой вот такой. Так. Маша! Маша и медведь. А чего ты расстроен? Видишь, Давид наоборот обрадовался, да? Да не, не. Хорошо. Да, а у тебя что там? Давайте, открываем. Вот тут давай. Пенал? Да? Не знаю, что это. Наверное, пенал какой-то. А ну-ка, вскрываем. Часы! Ух ты! Это же электронная Apple Watch. А ну-ка, дави. А почему у меня Маша и медведь, а у него Apple Watch? Кто знает авто? Так решили, так вам подарили. Поэтому мы тут даренному Маше и медведю в зубы не смотрим. Да. Слушайте, крутые подарки. Посмотрим, что будет завтра. Как-то нехорошо сегодня получилось с подарком. Надо пойти и все исправить. Так, посмотрим, что у нас на завтра. У меня теперь большой подарок, а у Давида маленький. Теперь я не дам себя провести. Маленькие подарки, я смотрю, очень хорошие. Ура! Ну что, так. День номер 2. Это и мой. Это Артурчик. Вот это твой, да. Ой, сейчас. Давай, Давид, открывай. Стоп, стоп, стоп. Давай Артурчика посмотрим. Артур! А ну? Рыбалка! Рыбалка? Серьезно? Я взрослый человек, я вырос с этого уже. Не знаю, не знаю. Вот такой подарок, что мы... Давиду нравится. Давид, потом поиграешься, если Артур тебе разрешит. Забирай свой подарок. Угу. Давай, что же досталось тебе? А ну-ка, интересно. Ура, PlayStation! Да, прекрасно, поздравляю. А не рано ему еще играть? Ну, не рано. Ну, такой подарок. Что поделаешь? Ну что, ребята, класс! Идем играть! Да! Твой класс! Эти подарки – одно расстройство. Надо пойти посмотреть, что у нас на завтра. Так, у Давида уже 2 дня. Подарки лучше. Я так рисковать не могу. Я лучше посмотрю, что в этих подарках, и выберу то, что мне нравится. Так, это Давида. Не-не-не, такое мне не надо. А вот это мой. Класс, вот это мне подарят.
Так, все так и остается. Завтра открою свой классный подарок. Вот это класс. Вот это подарок у меня будет завтра. А тут так расстроится. Он 2 дня недоволен своими подарками. Я ему помогу и переклею этикетки. Вот тебе он будет доволен. Ура, третий день! Это мой. Стоп, ну какой твой? Тут написано «Давид, третий день». Так это был мой. Ну что значит, ну, на карте. Давай же. Ну вот, мне какая-то игра попалась. На, держи. Я знаю, что в этом подарке, а кто поменял, я не знаю. Радоваться нужно своему. Айфон! Ничего себе! Это вообще все несправедливо. Вы видите, они даже по возрасту эти подарки Давида не подходят. Вообще-то видно, что действительно это какие-то взрослые подарки для Давида. Слишком взрослые. Потому что это были мои подарки, а кто поменял, я не знаю. А то не настраивайся. Вот, а мне собака нравится. Что, правда? Да! Спасибо! Ой, молодцы. Напиши в комментариях, какой подарок для тебя самый лучший. И не жадничай, поставь лайк.